55 лет исполнилось 17 ноября памятнику Салавату Юлаеву. В далеком 1967 году он был установлен на берегу реки Белой и радует нас до сих пор своим величественным видом. Честно говоря, мне казалось, что он сильно старше. Вообще, ну, так как он есть всю мою жизнь и дальше чуть-чуть больше, мне казалось, что он совсем какой-то древний. В последнее время сам памятник и вообще Салават Юлаев вновь вызывают массу интереса, а монумент вызывает еще и волнение и беспокойство. Начинается его реконструкция, ну и в контексте, конечно, тех неизбежно надвигающихся на нас перемен, которые ждут нашу страну и республику, фигура самого Салавата Юлаева, борца с режимом, конечно, приобретает несколько иной контекст, и потому мы будем с любопытством наблюдать за процессом реконструкции памятника и углубляться в историю, исследовать и вспоминать, что же полезного и важного сделал сам Салават Юлаев для нашего региона.